Dai gol, Haribol, dai gol, Haribol. 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 Gol, Haribol, gol, Haribol, gol, Haribol. Krishna consciousness. Not only, Сознание Кришны not only, не только not порождает отсутствие беспокойств, но оно порождает любовь. Not only justice, but it is the land of не только справедливость, но и земля милости, земля любви. Любовь означает явление, которое способно компенсировать изъяны и недостатки других. Это любовь. Благодаря самоотданию, самопожертвованию мы можем компенсировать изъяны других, ущербности. И это земля любви, это земля милости, милосердия. Это во Вриндаване, в глубинах существования, сознания Кришны. А на поверхности, на более поверхностном уровне присутствует, пребывает Вайкунха, земля справедливости. А здесь, в этом магическом мире, столкновение несправедливости. Бурба, Вахсвах, Сатьялока, Флода Сатьялоки, Браманда. Столкновение различных сознаний, типов сознаний, различных интересов. Но за пределами Брамалоки, если мы пройдем сквозь Брамалоку, этот эквилибриум, то мы достигнем Вайкунхи, земли справедливости. А если мы сумеем совершить дальнейший прогресс, погрузиться глубже, то мы обнаружим сознание Кришны, землю божественной любви, где каждый обитатель той земли компенсирует изъяны других. В действительности никаких изъянов нет, но все же тенденция такова. Они движимы любовью и милосердием, они жертвенны, жертвуют собой ради счастья других. Ради счастья обитателей, всех обитателей того места, каждый вносит вклад. Это труд любви, и это такая земля, Вриндаван, сознание Кришны. И Махапрабху, Шри Чайтанья Дев и Бхагаватам указывают на это явление. В Писаниях мы находим описанные различные советы, присутствуют различные советы, но высочайший совет — цель жизни дана нам, и это сознание Кришны, сознание Вриндавана. И это также, это явление дифференцировано, в нем присутствует градация, разные измерения, ватсалья раса, сакья раса, мадура раса, сакья, параки, особенно во Вриндаване. Во Вриндаване практически все есть такой природы, паракия. Паракия означает, мои отношения с ним не находятся в категориях права, закона, но свободный выбор. Свободный выбор. Понимаете, справедливость — это хорошо. Мы не можем жаловаться на справедливость. Но все же милость — явление более высокого порядка, более высокое. Если мы сумеем это понять, тогда мы сумеем понять, что даже приступая к законам социума, общества, законы священных писаний, правила, мы осмеливаемся стремиться к абсолютной истине. Мы отбрасываем, приступаем к закону справедливости, законы социума, религиозные законы и тому подобное. Но ради кого? Ради Него, который является владыкой всего сущего. Он в действительности является владыкой всего сущего. А закон, согласно закону, это принадлежит одному человеку, это принадлежит тому человеку. Это справедливость. Справедливость подразумевает закон. Закон — это распределение прав между многими, справедливость. Но когда есть единый абсолютный владыка, то какой закон там может быть в этом случае? Никакого закона. Ему принадлежит все.
Он есть абсолютное благо, Он совершенен. Речь не идет о том, что на что-то может притязать, претендовать ущербная личность, подобная мне, но абсолютное благо обладает полнотой прав на всех. Неужели права должны принадлежать ущербным, наделенным изъянами джентльменам? Нет. Поэтому Вриндаван выше закона. Благо, диктатор там, абсолютное благо, абсолютный собственник всего, такого рода сознание пробуждается внутри. И здесь есть еще одно явление. Яшода, ее любовь к ребенку, к сыну. Она любит его, но опасается в глубине души. Она говорит, люди утверждают, что это не мой ребенок. Я могу потерять этого ребенка. Я могу потерять моего любимого сына. В глубине души она испытывает опасения такого рода. Ходят толки, что он не мой сын. Ходят разговоры, что он сын Васудева. Астролог был послан Васудевой, чтобы дать имя Кришне, и ходят слухи, что он не мой сын, а сын Васудева, что он сын Деваки, что он не мой ребенок. Такого рода мысль скрыта в глубине. И эта мысль, это чувство, это опасение усиливает ее любовь. Я могу утратить объект моей любви. Зеница моего ока, я могу ее лишиться. И великая степень интенсивности, и насколько сердце ее может позволять ей, она с великой нежностью и любовью служит ребенку, служит мальчику. Матери также являются слугами своих детей. В известном смысле. Сладостный слуга, служанка. Ценой своей жизни они хотят заботиться об интересах детей. Обычный слуга, насколько он способен служить? Но родители также являются слугами. Друзья являются слугами. Близкими, интимными слугами. Иногда друзья катаются на плечах Кришны. По-разному. Все служат. Но служение бывает разных типов. Сладостное служение различной природы. Паракия. Друзья тоже чувствуют. Они говорят, что Кришна не один из нас. Говорят, что Он божественное существо, что Он сам Господь. Мы можем утратить его общество. И как же мы будем жить, если нам не позволят быть его друзьями и чарующим, прекрасным образом дружить с ним? Он играет с нами. Если мы будем лишены этих игр, то как мы сумеем жить? Паракия. Это не мое право. Общество, которое я имею в настоящее время, компания Кришны, заслужено мной не по праву, не заслужено по праву. Я могу утратить эту компанию в любой момент. Он может покинуть нас. Подобное опасение увеличивает, усиливает интенсивность их соответствующего служения и любви по отношению к первой причине. И это Вриндаван, земля любви, земля милости. Это сознание Кришны Махапрабху хотел дать. Это Его царство. Он является владыкой этого царства. Мадура раса. Полное вовлеченное служение Господу возможно только в Мадура-расе. И опасение потерять, опасение испытать, пережить разлуку в самой интенсивной форме, интенсивной степени присутствует в Мадура-расе. И потому Паракия
Раса в этом сладостном служении, интенсивность неоценима, интенсивность этого явления неоценима, не поддается оценке. Таким образом, это явление дано самим Господом, объединением Кришны и Радхарани, это Махапрабху.